вернется бумерангом. Не плюй в колодец, будешь воду пить. Не оскорбляй того, кто ниже рангом. А вдруг придется что-нибудь просить. Не предавай друзей, их не заменишь. И не теряй любимых, не вернешь. Не лги сети. Когда тебя не слышат, не кричи. Не слушай, не надрывайся в споре. Дверь не открыли, больше не стучи, ведь пресным никогда не станет море. Не верят — оправдание — пустой звук, не виноват — живи в ладу с душой. Не лезь на дерево, коли надломлен сук, а ненавидят — горе небольшое. Не ценят — не навязывай себя, а ценят, когда снова станешь нужным. Не любят — отпусти ты всех любя, что не твое, не греет ветром южным. Пускай не ценят и не слышат иногда. Когда богатые читают эту надпись, они плачут. Когда бедные читают, они радуются. Когда читают влюбленные, они начинают ценить каждый миг, проведенный вместе. А на скале написано: они радуются. Когда читают влюбленные, они начинают ценить каждый миг, проведенный вместе. А на скале написано: все временно. Скале надпись: когда богатые... Я никогда не обижаюсь на людей. Я просто делаю для себя выводы. Человека из грязи можно вытащить, но грязь из человека никогда не вытащишь. Я никогда не... Первое сделает слепой, когда к нему вернется зрение. Бросит палку, которая ему помогала. Такова горькая правда жизни. Ты увидишь истинное лицо человека только тогда, когда перестанешь приносить ему выгоду. Тебя ценят только тогда, когда в тебе нуждаются. Знаете, что первое сделает слепой, когда к нему вернется зрение? Бросит палку, которая ему помогала. Такова горькая правда жизни. Ты увидишь истинное лицо человека только тогда, когда перестанешь приносить ему выгоду. Тебя ценят только тогда, когда в тебе нуждаются. Это помогай вам и порядок робити все, дядя Вася. Добре? Ну, пойте, дядя Вася, та перенесеме тут в зал, бо я рано прийду з Ромом. Рома буде туйка, та ото, узата у вас рано служба є. Робите рекламку. Я дрыгаюсь. Зачем пришел? У тебя чисто зарплата. Шо? Не надо, мне не важно. Такие, что бьете, не бьете. Я к маме хочу. А ты что считаешь, что муж за тебя должен работать? Я с этим не согласен. А ты что, мне в мужья набиваешься? Пусть. Набиваюсь. Тоже мне жених нашелся. Покрывается и все. Ну-ну. Ну что ну? Аллергия. Ну вылазит там человек, понюхал цветок в обморок. Нервомоциты своего плохо на рынке. А если я там покажу много бумажных денег, они начинают задыхаться. Ну аллергия. Ну у каждого своя же. Я на деньги не нормально. Мне сколько не даю. А вот работать не могу. Ну прямо всего начинает ломать. Последняя надежда на вас. Аллергия на что? На работу.